Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня еще один снежный шарик на одном из моих аккаунтов выпал мне благодаря тому, что я слил всю свою свободку, как вы видите, на то, чтобы его получить. А именно 150 тысяч свободного опыта. Я считаю, что за машину, которая мне отсюда выпадет, в любом случае это крайне выгодно. Но в другом своем видео, ребят, я сливал порядка 600, если не ошибаюсь, тысяч. Вот есть видео, смотрите, и вы поймете, каковы шансы получить отсюда конкретно из зеленого подарочка за свободку снежный шарик. Ну, а я открываю свой снежный шар. Жалко только, ребята, что он выпал мне на не основном аккаунте. Поэтому, если из него выпадет машинка, которой у меня нет, я, честно говоря, немножко расстроюсь, потому что не смогу ее довольно часто катать одновременно с другими моими любимыми транспортными средствами в данной игре. Ну что, давайте попробуем потрясти. Я очень сильно надеюсь, что выпадет что-нибудь действительно годное. Ну, а даже если не годное, то все равно мне будет приятно. Данная практически халява. Ну, все-таки 150 тысяч свободки не так уж и много. Итак, из снежного шара мне выпадает. Мне выпадает обалденная, ребятки, машина GSR 1008. Никогда, ребят, данную машинку не катал. Была она в виде контейнеров на продаже. Забираю машинку, и в ближайшее время, ребятки, обязательно ждите обзор на данное транспортное средство на моем канале, и данный обзор, как всегда, ребят, будет честным. Ну, а если вы за честность, ребят, обязательно подписывайтесь на мой канал по вот этому желтому шильдику, я вам гарантирую, обещаю, никогда вас не обману, но и не буду подстегивать вас к тому, чтобы вы потратили real money либо свою кровную голду на то, что по определению может вас расстроить. Никогда ничего не приукрашаю, ничего не вырезаю, все, ребят, исключительно для вас, чего бы мне это ни стоило. А на данный момент, ребят, у меня все, всех благ, всего хорошего, искренне желаю вам, чтобы вам везло, точно так же, как повезло сейчас мне. Всех благ, пока-пока!